Всем, Валера, я привет. Опять игры от Chillus Art. Мы все их любим. Кто их не любит, вам придется. The Kidnap. Это переводится как детские напы. Ну, что-то с детьми, короче. Будем разбираться. Шо, видите? Киднеппинг — это вообще что? Похищение. Ну, киднап — похищение, получается, что ли? Вообще киднеппинг — похищение. Ну, под киднеп я не знаю. Да, я тоже. Ты сколько вопросов? Я появился где-то... Опа. А это ник? Судя по заколоченным окнам, в них я попадаю чаще, чем в корзину. Или такой ноунхау, знаете ли. Жалюзи сделает сам. Тяжело без окей, согласен. Сарао! Нет, говорит, не согласен с таким именем. Ты меня слышишь? Сарао! Какого черта ты здесь делаешь? А ну говори со мной. Еще молотком по пальцу. На натуре забивать будем? Ой, какая она не это. Или это он? 3 июля. Какая она не милая. Довели пацана, назвали сараем. Да, сарай воняет. Да, тебе не милашка, стесняшка, Андрюшка. Он, 3 июля. Довели пацана, назвали сараем. Сарай воняет. Типа, что это за жизнь? Что это за имя? Ренья, ученик начальной школы. О нет, я опять делал это. Нужно рассказать ей. Жесть, опять тепленькую пустил. О, алфавит. Чао, чио. Хио, чуа, пу. Извините, не баньте. Мам! Но не удержался. Я обоссался. Как преподнести эту новость? Мне 28. Мам, насчет... Сложно, сложно. Прикинь, такой, звонишь маме посреди ночи, такой. А, что, сына? Мам, я обоссался. Тебе уже 40! Не открытых дверей. Да, я же говорю, ты, что киднеп — это глагол. Тут почему-то это существительное в названии игры. Это уже те японцы. Киднеп — похитить? Да господи, иди ты ко мне на колени. Пиздуйся. Новость. Мне 28. Мам, насчет дня открытых дверей. Да замолчи ты! Не говори со мной! Как же меня это достало! Если бы вас двоих здесь не было, не стоило вообще вас рожать. В смысле, а как? Так не стоило ебаться. Понятно, почему курица. Малой сытся. Ну да. Как же дал бог зайку да служайку. Сестра, не грусти. Моя очередь говорить с мамой. Смотри, как надо. Мам! Я обоссался. Здрасте. Куда собралась? Валить от нас? Там такая лужа, тебе придется ее убирать сейчас. Потому что я не в состоянии. Мам, я намочил в постель. Ты так меня достал. Не говори со мной. Мне нравится, он так ее достал, с ним это происходит постоянно, но клеенку она ему, сука, не купила. Угу. И кто в этом виноват, собственно говоря? Борзо, может, возможно, если бы она к нему отнеслась адекватно и вообще где батяня, угу, то он бы и не стал в постель. Да. Только как раз на тему энуреза мы разговариваем. Я в кровать навалить тоже. Что жать, что писать? Мам, я сказала молчать. Если не видишь, что ты вообще занята. Воображаю, что у тебя есть вещи? Мы что, бедные, мам, так и скажи. Слышишь, сестра? Опа, а что у тебя, медведь? А у меня нет игрушек. Меня что, меньше любят, что ли? У меня из развлечений только писать с простыню по вечерам. Сестрё, то... Да господи. Я ж просто хочу её взять на колени, чтобы она к тебе не приставала. Да я понял. Все, не отвлекайся. Ты не отвлекалась, я Опа, а что, у тебя медведь? А у меня нет игрушек. Меня что, меньше любят, что ли? У меня из развлечений только писать в простыню по вечерам. Сестренка, я намочил в постель. О, опять что ли? Неси сюда свои грязные простыни. Хорошо. Сестренка, смотри, какая куча. Я научу тебя стирать. В смысле самому стирать? Вы че, бля? Мне 5. Я могу только ссаться. Сначала положи белье в стиралку. А потом тебя. После этого тебе нужно ее включить. Это все не так. Тебя сестренку, что ли, чтобы она застряла? Тебе же всего 5. Так уж и сложно, правда? Не стирать еще проще. Я нажимаю старт. Старт. Нет, надо старт. Тогда давай сама стирай. Бля. С этих пор стирка будет за тобой. С чемоданом. Хорош. Куда? Я даже стирать научился, нас все равно кинули. 1 сентября. Ренья! Сестренка зовет меня. Отметим праздник 1 сентября. Я не обоссался. Мамы нет, она что, не вернулась все еще с своих гулянок? Нас что, реально просто кинули? А как же дети, цветы жизни? Ля, опять лапша? Я скоро срать аль денте начну. Еда уже почти готова. Срать аль денте — это сильно.
Мог бы ты пока разобраться с стиралкой. Офигеть, с умным видом лапшу запаривает, а мне стирай. Нормально устроилась. Я уже так давно не готовила карри, как тебе? Реально, как мне? В тарелку сделала? А мама вернется домой? Ну, конечно, вернется. Мы дети, и всем детям нужна их мама. А наша мама об этом знает? Ты моя мама теперь. Стирай, Саки. Да, было бы неплохо, если бы их мама это знала. Но, походу, она не знает. Но, походу, раз она съебала... И малой перестал ссаться, то и к лучшему, что она съебалась. Неделя без мамки. Что-то она не зовет меня сегодня. Интересно, а ужин уже готов? Реально, а кормить будут или у меня у одного здесь должность прачки? Охренеть тут мусора, вы чё? Ну, в смысле, мы чё? Она сегодня не готовит. Куда она подевалась? Сестра тоже кинула? Чё происходит? Зато хату оставили. Здоровую, кстати. А как есть? Мне учили только стирать. И здесь никого. Один дома? В ноль лет? Чё за ужасы? Ее туфелек тоже здесь нет. Куда она могла пойти в такое время? Нужно ее отыскать. Капец пристал, малой. Ну там она взрослая уже, там мальчики, там сяськи, масяськи, тоси, боси, там все. Походу сестра не вернулась. Блин, шурудилка черная ходит кругами вокруг нас. Я пендели ей надаю. Ну вон, дай. Дела вот эти штуки, шуры-муры. Сестрочку поставить, а я потом... Сестренка! Аничан! Сестра, я не ел, вернись! Аничан, блин! Я буду орать, бегать под окнами соседей ночью. Меня либо накормят, либо отпиздят. Скорее второе. Я еще 3 дня ходил, орал. Внимание, время уборки, пора навести порядок. Ребята, давай, молодец, приготовился на старт. Внимание, марш! Активнее, активнее. Три ее как супенивай, вспенивай. Что это такое? Кто нюхал кокс прямо на полу школы? Да еще такими огромными... Пенивай! Что это такое? Кто нюхал кокс прямо на полу школы? Да еще... Кей, ты заебала меня отвлекать? Чмо шерстяное. Что такими огромными дорогами? Уборка такая скука. Давайте уже покончим с ней. И пойдем домой. Оп-оп-оп-оп. Ну это вырастет семья. Так может ты убираться начнешь, а не плясать? И нам будет. Тебе вопросов... И пойдем домой. Оп-оп-оп-оп. Ну это вырастет, семи нам будет. Тебе вопросов нет. Продолжаем. Хватили инвентарь и начинаем убирать это непотребство. Девиз нашей школы: Герычу нет, Персилу привет. Отлично, все готово. Здоровски, я молодец. А чё, а почему я в школе оказался? В смысле? Чё, матёша? Сейчас что-то учитель скажет важное. Итак, сегодня это наша последняя встреча. Пожалуйста, не разговаривайте с незнакомцами по пути домой. А из дома? Вышел с класса. Всем встать. До свидания. Сайонара! Эй, биомусор. Как тебе? Туса. Мы же хотели все вместе пойти домой. Куда эти трое делись? Сузуки, Унагимаки, Митсубиси. Как я их найду, они все одинаковые. Аска. Аска? Где твой Гелендваген этот? Эбенгелион. Здрасте, вы не видели вот этих трех? Слева направо, сверху справа. Бля, ебать у нее перекосило лицо. Сверху вниз. Ты кто-нибудь из них, скажи, пожалуйста. На Насиги. Я слышал, что клоун нападает на людей, только когда они наедине. Понятно. А ты видел клоуна? Вижу, не нападай. Привет, будешь моим Масахиро? Я хожу не потому, что я дружелюбный, я не хочу просто один идти. Там, говорят, клоун какой-то страшный. Спасибо. Gracias. Обригад. Один идти, там, говорят, клоун какой-то. Это правда спасибо было? Да. Страшно. Спасибо. Gracias. Обригано. Пойдем со мной, я назову тебя Кахиме. Обригано. Фу, как воняет. Бежим. Я так понимаю, мои ребята, да? Я правда странный? Но судя по последним данным, больше вонючка, конечно. Так, а это кто такие? Якудзы? Глаз не видно. Стрёмные ребята. Старшаки, наверное. Ну их нафиг. Ну жо, все... сниматься, готовятся. Бля. Это за шо? Боря, пойдем отсюда. Банда дебилов. Умники, не... Не брыкаться, короче, мне. Идем все вместе. Я не хочу быть похищенным, понятно? Бригада, давайте. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ти-ти-ри-ти-ри. Вонючка Кахиме. Ти-ти-ри-ти-ри. А! Что ты, бабка? Словил скример из-за того, что ходил спиной. Толкайте ее, ребята. Нормальная, нет?
Бригада идет. Ту-ду-ду-ду-ду. Бабку тоже взять надо в пати. Давайте сыграем в прятки. Не надо, блядь. Тупая идея. Нет, это тупая идея. Ай, сука, балбесы, блядь. Но только не выходим за пределы площадки, ладно? Кинемся на камень, ножницы, бумага. Приготовились. Очевидно, берешь ножницы, никто не ожидает. Я что, один проиграл? 1-0. Вы готовы? Смотрите. Стоит уже куколд. Дяденька, мне 8, если что. Слышь, не подходи даже. Блять, серьезно? Ты там придуплился, нормально, слезай. Еле залез на это дерево. Все, нас теперь двое. Видишь, там стоит мужик? Не подходи. Я его первый занял. Первый хотя бы пытался, слушай, ну что это? Нет, самый отбитый остался. Где-то в траве по-любому высокой засел. Просто лег, вот я уверен, он лежит. Я не буду с тобой разговаривать, не знакомит. Либо, прикиньте, это он замаскировался под взрослого дядьку. Хорош. О, да? Нашел тебя Кэдзи? Я не Кэдзи, я трава. Сыграем еще раз. А можно с вами? Ребята, сыграем вместе. Что будем делать, Рэнья? Нет, мы не будем с тобой играть. Ты, Дылда. Не говори так. Мы не будем играть с тобой. Нет. Спасибо за выбор. Давай играть. Да, вообще, зажимись. Какой смысл от этого выбора был вообще? Не говори так. Спасибо, разрабы. Ладно, ты водишь, старик. И раз ты взрослый, будешь считать внутри того контейнера. Ай да хорош! Вонючка-то вообще умом! Побежали быстрей. А что, ты думал, без конфетки заберешь нас? Ага, он не должен нас найти. Ну тогда пошли домой. Такие простые ребята, капец. Эй, Рэнья, укради чего-нибудь. Ага, с чего бы это? У меня дома заканчивается еда. Думаю, у меня нет выбора. Ладно, украду. Точно, я живу один, меня все кинули. Опять ты. Без тебя жизнь, видишь, нелегкая. Приходится красть роллтон, чтобы хавать, понял? Так что ты меня ничем испугать и удивить не сможешь. А-а-а. Нужно украсть чипсы, а здесь этот Наруто в слоумо ползет. Мне энергия. Она просто усыпляет твою бдительность. Этик, я взрослый. А вот и мой дом. Увидимся. Наруто в слоумо ползет. Мне энергетик, я взрослый. А вот и мой дом. Увидимся. До завтра. Какой до завтра? Сейчас похищения будут. Моя остановка здесь, так что я тоже пойду. Ну вот я один. Воруйте. А, еще вот это осталось. Куда мне идти, я без понятия. Я не знаю, где я живу. Где-то там. Я уже наслышан о появлениях этого клоуна. Все вокруг только об этом и говорят. Это так пугает. Блядь, успокойся, пожуй чипсов. Вот моя мама работает вместе под названием Центр поддержки детей. Если тебе нужен будет какой-то совет, заходи к нам домой. Я хочу говорить с мамами. Я остался один. Кстати, отличная машина для похищения, я готов. И вези меня скорей, увози за 100 морей. Там покормят хотя бы, похорнят. Что? Блин, я как раз хотел спич сказать о том, что хитро-хитро, что показали, что его сестра научилась стирать. Обычно по нестиранной неаккуратной одежде в школе замечаешь, что у ребенка дома что-то не так. И он может оказаться без родителей. Потому что когда у ребенка есть родители, его одежда более-менее в порядке. Ну, то, что его сестра научилась стирать, это не значит, что он будет стирать и гладить. Конечно. Ля. Что у нас, в деревне Макдональдс открылись, что ли? Сейчас бахну кол. Ля, что у нас, в деревне Макдональдс открылись, что ли? И ушел спиной. Сейчас бахну колочки, не догонишь меня, там много сахара. Ура, дом! Так, еда на столе. Чем бы заняться? Очевидно, уроками. Это типа изучение иероглифов. 3, 4. Сюда. Ё-моё, это что, буква... Ага, ага. Вергардиум лавиоса. Похоже на какашку, но это распределительная шляпа. 4 плюс 5. 11 плюс 11. А, это не плюс. И это не плюс. И это плюс, это плюс. Это я. Валера, Валера. Ну, бывает что. Когда ты играешь во всратый хоррор под PS1, ты не думаешь, что тебе придется заниматься математикой. Так в этом и смысл хорроров. Ты типа должен заниматься рутиной. Моя рутина — ходить и хуярить башмаком некроморфов. И ножом зомби. Это не хоррор. Это хоррор-слэшер. Это, Настя, называется survival horror. Ну, или, например.
Я не знаю вообще, есть ли такое понятие, как хоррор-слэшер в играх. Не хочу видеть. Мне 5 с плюсом. Все, я сделал. Моргенштерн. Все хотят от меня шоу. Я пришел и дал им шоу. Он сейчас захавает мою еду, мне и так ее особо нет. Ну-ка, стоять. Опа. Бля, только не Жека, мне платить нечем. Ну нафиг ты звонишь, ты уже внутри был. Нормально вообще, не? Твоя... Вот уебок. Сестра у меня, смотри, ее не потеряй. Если не хочешь ей бед, наколопни все шарики, бедняга. Я надеюсь, здесь рифма не задумывалась, потому что как-то обидно за тебя. Тамада, замечательный. Конкурсы задорные. Тут пальцами тыкать. Что ты придумал вообще? Сестру верни. На время! Это нереально. Смешно тебе? Смешно? Ублюдок, 10 секунд, жарова, что такое? О нет, я что, не успел? А это нереально, время мало. А, это сон. Это сон во сне или у меня в доме кто-то ковер реально обдристал? И натоптали еще. Что, в шкафу кто-то? О. Ебать, скример. Я немножко чуть не какнул даже. Настолько неожиданно, блядь. Шкафу кто-то? Ну ладно. Тама. Тама. Тута. Здесь я, блядь. Да, Тама надо. Наследила человеческими следами. Ага. Привет. Он до сих пор думал, что мы в прятки играем, придурок. И куда ты меня везешь? Нашел? Молодец. То есть он его похитил. Все-таки игра называется «Похищение». О, привет. Тебя тоже нашел? Сестренка? Где я? Посмотрим, можно ли отсюда как-то выбраться. Выбраться-то можно всегда, но сначала... Вау, вот это я Дэвид Бекхэм. Выход и все, пожалуйста. Сестренка, давай выбираться отсюда. Что такое? Я попросил этого незнакомца похитить меня. И тебя тоже. Таким образом, мама заметит нас, правда? Ты что, серьезно? Ты больная? А я типа не согласен с данным действием. Пусть он тебя похищает. Ты больная? А я типа не согласен с данным действием. Пусть он тебя похищает. Семейка поехавших, мне нормально одному будет. Попросила похитить меня. А меня кто-нибудь спросил вообще, что я хочу? Велосипед заберуся. Сука, крепыш. Крепок, точнее, а не крепыш. Скрепыш, блядь. Гениальная малая вообще. Да, ага. 10 из 10. Куда ты собрался? Домой. Твоя сестра будет переживать до тебя. Да ты кто? Меня опять притащили сюда. Просто расслабься. Незнакомец прислушивается ко всему, что я скажу. Пошу, не делай ничего лишнего, пока мама не обратит на меня внимание. Неплохо. Нашли себе папу. Ну выйти, она же ненормальная. Я точно в этом уверен. Мой выбор очевиден. Мне нельзя попадаться на глаза. Пусть эти больные на голову вместе живут. Меня-то что приплели? Ну так страшно и кроваво. Вас Каугхт. Но только не Каугхт. Здорово. У меня побег. Что это? Я снова ударила его сегодня. Сколько еще мне держать его в той комнате? Сарао уже так вырос, он такой славный мальчик. Я ужасная мать. Прости меня, Сарао. Но я не могу контролировать свой гнев. Чем больше ты вырастаешь, тем сильнее напоминаешь мне его. Надеюсь, когда-нибудь ты все поймешь. Он тут мать грохнул по итогу. Это Сарао, который вначале был, он подросток. Это же мама его с чердака льется, правильно? Стрелей за чердак. Да. А, ну вот ее расквасило по мешкам. Бля. Походу, не совсем расквасила. Ой. Ты шо? Понятно, вначале нам показывает, что маман арбузила, избивала сына, а потом ее молотком тюкнул. И вырос Сарао. И вырос, и теперь и вот этого Сарао и попросили похитить. Угу. Попросила малая их похитить. Гениально. Стрелей за чердак. Да. А, ну вот ее расквасила по мешкам. У меня пультик, я тебя выключу. Все, выпускай ты меня, мне тут не нравится. Замок повесил, смотрите. А где ключ? Алло! Ключ у нее, да? Хорошо, кисок на ночь не смотреть, все. Вы с ним реально идеально подходите, тупые до безобразия. Побег!
Я еще и велик залутал. Ну это вообще джекпот. С корзинкой, со светилкой, с дзинзинкой вообще отличный. Надо бы радоваться то, что выжил. Я уеду жить в Лондон. Я уеду. О нет. Слушай, ты думаешь, догонишь меня? Ты ограничен двигателем. Я не ограничен в физических возможностях. Хорош! Ладно, что-то, по-моему, догоняет. Слушай, я был неправ, ладно. Куда мне отправиться? Дом Кейди, дом Масао, улица слева. Давайте постоим, подумаем. Глуши двигатель, я думаю. Ну домой тупо, нас уже оттуда вытащили. К друзьям? А кому именно? Я считаю, нужно к той девчонке, которая последняя была. Поэтому налево. Меня сбили и убили. Я буду жить один, я беспризорник. Ты не моя мама. Так, это ее дом, по-моему. Спасите, заберите. Я примчался в дом Кахимы. Попросту не знал, куда мне еще деться. И вовремя вспомнил, что ее мать работает в месте, где присматривают за проблемными детьми. Она внимательно меня выслушала и согласилась на несколько дней приютить нас. Даже посетила дом незнакомца, чтобы забрать оттуда сестру. Я слышал, что моя сестра сначала сопротивлялась, но в конце концов успокоилась и согласилась покинуть этот дом. А еще мать Кахимы встретила того самого незнакомца и поняла, что он не хотел причинить никому вреда. Однако тогда она твердо велела нам оставить его в покое. Затем она предложила нам обоим пожить в приюте. А мы были рады, что у нас наконец появился выбор. Сестра, с возвращением домой. Как дела в школе? Мы теперь типа сиротки. Мы с тобой столько всего пережили. Но все-таки мне нравится жить здесь. А тебе как? Ренья, ты все еще боишься маму, да? И нафиг она сюда приперлась. И я Пошла бы ты нахуй. Забочусь об этих детях. Я их мать. Не-не-не, мам, собирай чемоданы, мы уже тут обжились. Саки, Карене, мы уезжаем. Да какого фига? Как вас вообще занесло туда, где вы были? Эй, Сакика, отвечай. В доме незнакомца просила похитить меня. Что, похитить? Что, черт возьми, с ним не так? Мам, не... Молчать, Сакика, замолчи. Насколько нужно быть наглым, чтобы похитить моих детей и причинить мне столько проблем? Дети могут выжить сами по себе, хватит заниматься какой-то чушью. Эй, ты! Так ты и есть тот самый похититель? Да как ты вообще посмел выкрасть у меня моих же детей? Так ты нас и не любила, ты сама бросила нас. Двинь ей! Двинь ей, у тебя нож! Это мои... У нее серп! У него серп! Пиздец, сука! Это... Отбитая! Насколько надо быть мразью, бросить детей, потом, блядь, приехать и начать выебываться, что... Ебать, ковырять, ее дернули, и что-то с детьми было не так, а дети должны были жить сами. Ну так, блядь, и не возвращалась бы, курица. Паршивая. Дети, я как их мать могу делать с ними все что угодно. О, это ты зря. У него с башкой не все в порядке. А дети просто должны слушать то, что им говорят их родители. Ой, триггер-зоны нажимают. Слышишь, сестренка? Сейчас хедшот будет. Вот что на самом деле является счастьем для ребенка. А тебе в жизни не понять. Ты меня слушаешь? О, да, yes! Yes! Nice! Nice! Хорош, чел, хорош. Ля, мокруха какая. Шо, штаны опять мокрые? А, не. Бля, я думал, штаны покажут мокрые. Ему вкатило. Жестко, классно, блядь. Круто, молодцы. Хэппи-энд в играх от Телеарт. Ну, неужели дожили? Отлично, мне вкатило, молодец. Бля, пиздец какой, конечно, откровенно говоря. Малой, особенно в конце с его улыбкой, явно поехал. Спасибо за просмотр. Увидимся.